Осторожно, добрая собака. О том, почему нельзя гладить и окликать четвероногих поводырей, школьникам рассказала Мария Бояркина. Девушка практически ничего не видит и без помощи специально обученного лабрадора на улицу не выходит. Маша провела урок толерантности в библиотеке для слепых. Проект «Если он не такой, как я» действует 6 лет. Благодаря ему дети становятся более милосердными и терпимыми. Собака всегда с человеком. Она охраняет человека от разных кошек. И если даже на человека кто-нибудь нападет, она может его защитить. Ну и вот в случае, ну как у слепых людей, собаки-поводыри, они их водят и защищают от всяких препятствий. Как говорится, устами младенца. Человек собаке друг. Истина, проверенная временем. 1,5 года назад милашка Феня стала глазами Маши Бояркиной. У девушки есть лишь светоощущение, а поводырь протянул лапу помощи. Очень сильно влияет вообще на психологию человека, потому что когда столько лет ходишь с помощью другого человека, либо с тростью очень неуверенно, и держать за поводырскую шлейку собаки – это совершенно другие ощущения. Это ощущаешься полноценным человеком. Маша согласилась провести урок толерантности не случайно. Она хочет, чтобы окружающие поняли, кто такая собака-поводырь. На Фене жесткая шлейка, чтобы связь с хозяином была прочнее. А многие принимают устройство за средство медицинской реабилитации. Жалеют пса, думая, что у него серьезная травма. А еще вокруг очень много любопытных, которые норовят потискать собаку-поводыря. Я очень часто объясняю, что собаку не то, что ее трогать нельзя, с ней даже разговаривать нельзя. У нас с собакой контакт очень хороший. Когда она меня ведет, она полностью, я в ее внимании. И когда кто-то мимо проходит и говорит: умничка, хорошая собака, собака в этот момент отвлекается, и в этот момент может произойти какое-то столкновение. Такие случаи были. В библиотеке для слепых уверены, подобные ликбезы сделают жизнь незрячих проще, а сердца детей мягче. После уроков в рамках проекта «Если он не такой, как я», 70% школьников хотят учиться с особенными сверстниками. Они бы хотели дружить с инвалидами, хотели бы с ними общаться, играть, научить их чему-то или у них чему-то научиться, рассказать им книжку, почитать им, поиграть с ними в футбол, перевести через дорогу. В проекте принимают участие несколько курских школ, но этого мало. Важно, чтобы каждый понимал, мы все разные и кому-то нужна помощь. Только не переусердствуйте. Маша Бояркина убедительно просит: не хватайте незрячего за руки, не трогайте собаку за шлейку. Достаточно предложить поддержку и подсказать, есть ли на дороге препятствия. Юлия Комкина, Сергей Дорохов, телеканал «Сейм».